Если вы садовод или просто любитель растений, то наверняка пробовали их размножать. Я покажу, как сделать мини-теплицу, которая позволит вам наблюдать за появлением корней и их ростом. Возьмем прозрачный пластиковый стакан. На 1/3 наполним его вермикулитом. Он продается в магазинах для садоводов. Этот материал прекрасно отдает и удерживает влагу. Теперь делаем черенок растения, которое хотим размножить. Нижнюю часть погружаем в стимулятор корнеобразования и вставляем в стакан с вермикулитом. Поливаем. Сверху накрываем теплицу пищевой пленкой. И ждем. Вскоре через прозрачную стенку стакана вы сможете наблюдать за появлением корней и их ростом. Таким образом, вы поймете, уже пришло время для пересадки черенка или еще рано. В таком стакане с вермикулитом удобно размножать любые растения – плодовые, ягодные и овощные культуры.